В Армении создаются условия, при которых родители не хотят отправлять детей в армию. Как сообщает Армия АС, об этом на встрече с журналистами 23 августа заявила первый омбудсмен Армении, правозащитник Лариса Алавердян. Она заметила, что сначала родителям сказали, что дети не пойдут служить в Карабах, а теперь речь идет о создании такой атмосферы в армии, чтобы родители вообще не хотели отправлять туда детей. Где те организации, которые справедливо поднимали голос, когда происходили вопиющие инциденты в армии до 2018 года? Задалась вопросом правозащитник. Алавердян подчеркнула, что сегодня Армения вступила в новый этап разрушения. Все вновь делается от имени народа, и все шаги оправдываются именно этим. Предпринимаемые властями Армении действия показывают, что они не владеют ситуацией. В ответ на угрозу Азербайджана о намерении открыть так называемый коридор, они демонстрируют недееспособность, объявляя лишь о сборах. А где же армия? Почему власти не говорят о ее усилении или хотя бы о шагах, которые предотвратили бы разрушение вооруженных сил? Баку посылает четкий сигнал о том, что хочет открыть коридор, чтобы соединить Азербайджан и Нахчеван. Добавила первый омбудсмен, имея в виду последнее заявление президента Азербайджана. Она отметила, что параллельно с важностью вопроса о качестве питания в армии, министр обороны Армении мог бы параллельно сказать о том, какие шаги предпринимаются, чтобы остановить процесс разрушения вооруженных сил. Напомним, что 19 августа на боевой позиции войсковой части вооруженных сил Армении, расположенной в юго-восточном направлении, были обнаружены тела Мурада Ашотовича Мурадяна, Левона Рафаэловича Арутюняна, Егора Артаковича Саакьяна с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по пункту 1, части 2, статьи 104 Уголовного кодекса Армении. В тот же день был задержан военнослужащий срочной службы той же войсковой части. По делу был арестован их сослуживец, имя которого следствие пока не разглашает. Выяснилось, что убитые военные принуждали арестованного к нетрадиционным сексуальным действиям и неоднократно изнасиловали. Что стало причиной расправы над насильниками? Что думаете вы? Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.